десятый час. А сколько ты спишь? Не знаю. Ты больше спишь. Ленка за рулем уже 10 часов и не спала. А я сижу вон. Ерундой в компьютере занимаюсь. Уиндулат. Проехали. 10 часов уже почти проехали. Тут скрип-поскрип сидит. Скрип-поскрип, как дела? Скрип-поскрип, скажи что-нибудь, скрип. Тихо, Вероника упала! Опусти пониже стекло. Вероника спать уже собралась. Вероника спит на своей кроватке на отдельной. Вероника. Примерный ученик Юрочку подсчитывает. Да, дочь? Что считаешь ты? Кто такой Василий Баженов? Баженный. Кроватка Вероники на место, я буду жить туда. На улице ничего не видно, темно. Вторая ступенька. Все забело, снега немерено. Круто. Ленка боится ехать вообще, говорит, да? Нет, на 30 километров в час я не боюсь ехать. Поздно нам же надо ехать. Дочь, Ленка, нормально. Тебе нравится путешествовать на машине, да? Какой это час у нас уже? Хорошо. Тебе нравится на машине? На машине лучше, чем на самолете? Да. Тебе не укачивает? Нет. Нравится, да? Ага. Что делаешь-то? Скрести? В общем, надо скорость будет показывать. Смотри, дочь, красные буквы, видишь? Ваша скорость 59-58. Вот видишь, написано? Вот снег какой хвалит. Фу, хвалит. Валит хлопьями. Хвалит лопьями. Вот она, Эстония. Ого, бросает снег прямо на нашу территорию. Как я тебе показывал, по вертикали собирай. Нормально, блин, вообще борзили. Ой-ой-ой, вниз. Бля, вообще. Таллин. Вот видишь, красные буквы наверху горят, вот там. Таллин. Минус 6 градусов, а? Сталин? Я не знаю. Тут вот парковка. Она бесплатная, интересно? Не знаю, поворачивай. Не, не надо. Саш, ты зря вот так. Краник развернемся. Пассенджер терминал, вот тут надо. Знаешь, что, куда-нибудь? Ты иди сюда, встань куда-нибудь. Любит, Лёпка, Лёпка! Лёпка, привет, Лёпка! Таллинский порт. Можно я в костёл послушаю чуть-чуть.
самый быстрый в нашей команде. Пипец, вообще снегу. Снег проливной вообще идет. Ни черта не видно. На первой! Первый, точно? Тебе не надо больше! Давай! Вот за тем, вот! Осторожненько только, тихонечко, совсем тихонечко! Блин, просто вниз опустить скорость, куда ниже-то? Может, я на третий еду? Что ты на третий едешь? Пипец вообще! Давай! Я на третью, тотанул с третьей, прикинь? Сюда, что ли? Да. Саш, очень внимательно, езжай потихонечку. Сейчас. Гипервнимательно. Езжай, потихонечку, езжай. Тихонечко езжай. Езжай за этим грузовиком и все. Еще туда, поближе. Еще поближе туда. Ближе туда, тебе сказано. А, вот так. Туда, в ту сторону. Здравствуйте. Что ты делаешь, Лена? Что ты делаешь? Наша одна кровать, вторая кровать, окна нету, третья кровать, четвертая. Никого не подсветки интересно дал. Веролик сидит, Вероника валяется. Это кровать сейчас. Это дубзик у нас такой есть, с этим, как его, с раковиной. С душ даже есть, я помоюсь сегодня даже. Правда, мыться придется на пол прямо. Считай. Здравствуйте. Такой небольшой выбор. В казино можно пойти. Настало утро. Мы вышли на палубу нашего корабля. Открытые. Плывем. Вот наш корабль, его задняя часть. Вышли в открытое пространство. Там шведы живут. Да, вот так бы жить хорошо, да? Хотели бы здесь пожить? Давайте купим здесь дом. Здесь этот дом, знаешь, сколько стоит? Сейчас не буду снимать. Че? Че ты говоришь?
маски не снимала. Какой-то парник там, или дом, понятно, да? Это видно, какой парник, у них нет парника. Есть парники тоже. А вон там что-то непонятное такое. 10 минут я такое видео поснимал, представляешь, Лен? А зато у нас несколько часов этого видео здесь получилось, да? Вверх. Туда? Да, да, ты вверх. Уверен, что туда можно? Да, да, да. А там не доставали? Во-во. Вот туда? Да, 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 есть. Уверен? Да, да. Достигли ли ваши цели? Якобы. А где тут? Вы достигли вашей цели. Где? Мы вообще так можем ехать здесь? Ну, не знаю. Подожди, давай куда-нибудь встанем хотя бы. Посмотрим, где мы находимся-то. А как я тебе где-то встану, Саша? Вот туда можешь заехать? Наверное. Подожди, не-не-не. Можно заходить, можно заселяться, да? Да? Да. Давай заселяться. Вот. Ура! Снова небо в клеточку, друзья, в полосочку. И ветер дует вяло в узенькую форточку. Братва с азартом лихо режется в козла на рыжий зуб того, что привели вчера. Куда приехали, Лен? Музей сказок. Что будем делать-то? Не знаю. Посмотрим через. А ты, Лен, куда приехала? Тоже туда. Давайте посмотрим. Thank you.
Домик Карсон, который уже закрылся. Он там. Да, вот сюда, выгляни, вот сюда. Она же большая, да? Да. Рули там, рули. Надо же лебеди, я не ожидал, что здесь будет лебедь плавать. Что ж, галок не видел? Не здесь. Ну что, нравится Стокгольм-то? Да. Дочь тебе? Чего? Нравится? У меня камера посветлее делает.
такое. А зачем они ковыряют? Чтобы тепло, что ли, было? Не знаю, наверное, залезают, видишь, в этот. А вот что-то ищут, реально. Может, там вши? Да откуда там вши? Ты что говоришь? Суриков даже спрятались. Ну, конечно, я тоже спрятался от этих чумодрил. Это маленькие тоже, да, там живут? Ну, они такие средние. Лен, ты пофотай побольше-то. Я пофотал, но не очень хорошее получается. Это не самый главный, да? Вот это не самый. Мне кажется, вот этот и тот какой-то главный. За что не дергайся? Ну, стой, мне нужно это. Ладно, все равно, знаешь. Они только недавно родились, да? Вот эти, да, явно тут недавно. Такие вообще... Все, по-моему, они пошли. Катается на мамке, видишь? Все, этот сейчас сказал, все, пошли домой. Эти чувачки бегают такие, вообще... Нет. Эй, убежали уже. Не делайте резких движений, ладно? Я в голову как у них елка даже есть. Суриката с елкой. Привет, чувачки. Это холодно, мне кажется. Хотя у них там внутри, наверное, теплый ветер. Просто я думаю, что лучше видно. Отсюда просто нам заплатила, а у него глаза открыты, да? Не знаю. Это он закрытый вроде бы. Подожди, тут еще рядом. Надо, вон там зеленый наверху лежит. Просто запотел, ничего не видно. Там. Сюда. Как блестящий прям аж, да? Такая большая. Это она на своем хвосте, да, вот там сидит? Ага. Да сколько она все съела? Такой длинный вырастет. Боже, вот такой. Ой, я взяла этот чувачок тоже взяла. Кожа какая ее. А где, говорит, змея-то? А, вот же она. Это кобах, как будто я ранее смотрел. А где же ее капюшон-то? Где же у нее капюшон, да? Да где же у нее капюшон-то? Если ты кобах. Если ты кобра, где у тебя кобра? Очень классно, ползла прям на базе. Угу. Тогда ты не кобра, если у тебя нет капюшона. Ты не кобра. Это тут нормально такая, да? Если у тебя нет капюшона, ты значит не кобра. Вот смотри какая. У нее там где-то кончается. Смотри, а ты понимаешь, какая она тоже. Вот смотри, Ник, там немножко видно, что у нее есть наверх залез, смотри, наверх залез. Морковку есть сейчас будет, смотри. Блин, замените аккумулятор. Канализация всякая, они там бегают. Det finns faktiskt flera öknar som är så. I Mjölöfen finns ett område som kallas Death Valley, dödsdalen.
Голые кроты такие, да? Нет, зубами. Ну, тоже, да, слепые? Смотри, продолжается подвода. Нет, смотри. Видишь, там вот... Да я вижу, вот здесь я тоже вижу. Вот. О, классно. Вот, дышит, видишь? Глаза только всплыли, не увидишь? Угу. На поверхности глаза и нос. И больше ничего. А у него уши есть? Вот где-то есть, наверное. Все покружение. Опа, раз, глаза закрыл. Видишь, у него глаза закрыты. А что тут? Открыл. Открыл. Бархатная, да, шкурка? Ты не страшно, да? Здорово. Дайте я тоже потрогаю. О. Привет. Темновато. Пусть все поглубже не надо. Чика. Ой, еще там. Офигечка. Бабушки Вали этот, смотри. О, он вообще расцвел гиператор, смотрите, вы видели? Ты что сказал, что совсем, чтобы не видел ничего? Я не... миллионы расцвевших, вон там. Мать, вот тебе привет с этого. Из Скандинавии. Может, ты дальше время чуть-чуть? Подожди, дайте я посмотрю. А ты дал такая же звезда, как и белая? В снегу вообще, прикиньте, вообще, да? Или не снег? Похоже на снег. Иди к нам, корова. Я слышу, как бы... Ну что, у нее рыги? Ну, овец тоже есть того дома. Ты что спишь-то? Ох, ты едят. Безонятка. Сидит лиса, замерзла, видишь. И тут лиса бежала, а может не бежала. Давай тебя с ними сфоткаем. И глаза прям умные. Ну где он? Давай, вплывай. Хорошо. Он жалеет буликом, наверное. О!
Нифига как скорость какая, да? Смотри, раз, сюда был. О, тут другой. Ничего себе, откуда столько много злости? Стоит, видишь, встал. Здесь отмель такая. Мурка, Зорька, Зорька, идите к там, потрогаем вас. Борька, 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 Борька. Борька, Борька, давай сюда иди. Иди, вы вас потрогаем даже. Чего вы боитесь? Идите, не бойтесь. И вашего маленького этого. Ай, как? Туда подойди, и эту корову рыжу потрогай. Ну туда не подойдешь. Как? Ну где ты подойдешь? Так и деловая. Где? Ну пошли, где? Пошли, что коровки не поймут. Кстати, стал. Бешка, 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 бешка. Снег есть. Там пить хочется.